За полгода это у нас получается больше 2000 долларов или по текущему курсу примерно 170 тысяч рублей. Я, в принципе, хочу сделать так, чтобы на медвежьем рынке заработать больше 3000 долларов. И если рынок у нас восстановится, в чем я сильно сомневаюсь, на следующий год сделать там 5-6 тысяч долларов. То есть, в принципе, задача сделать платиновую часть бесплатно, чтобы вы получали, в принципе, все бонусом и обязательно открывали международный глобальный счет, участвовали на международном рынке. Наверняка, я сейчас вопросы ваши не вижу, но предугадываю, что там, что для этого нужно. Для этого нужно просто создать инфраструктуру и по сумме, наверное, средняя сумма, которая нужна, чтобы участвовать максимально во всех офертах, это 20-30 тысяч долларов на американском рынке. То есть есть оферты, где требуется там 2-3 тысячи 5 долларов. Вот, но в целом, чтобы чувствовать себя комфортно, нужно около 20-30. Но по статистике я могу смотреть, что средний портфель участника Max Capital около 2-3 миллионов рублей. Поэтому в целом попадаем как раз в эти рамки. И примеры портфеля. В данный момент это брокер у нас Interactive Brokers. Это реальный пример, в принципе, кто выполняет все сделки с начала года. И на текущий момент мы идем где-то по доходности 25% годовых, форвардной. Поэтому вот все реальные примеры, кто выполняет сделки, зарабатывает. И также можете посмотреть, что вот красный график, это красная линия, это сравнение с фондом Vanguard на широкий индекс. И, соответственно, этот зеленый график. То есть мы тоже просаживаемся вместе с рынком. То есть чудо не случается. То есть профиль все равно иногда уходит в минус. Но в целом мы значительно сильнее. И у нас риск довольно снижен, потому что большая доля кэша всегда. Такой есть партизанский маркетинг, а есть вот партизанское инвестирование. Наверное, с этим можно сравнить. Да, я думаю, будет вопрос по поводу российского рынка. На российском рынке мы по-прежнему лучше всех индексов. Портфель, на самом деле, идет в боковике, там чуть выше нуля. При этом мы значительно лучше многих других управляющих. Да, еще один инсайт по рынку. Рынок довольно быстро ставит человека на место. И это реально происходит быстрее, чем в жизни, потому что, по моему мнению, в реальной жизни дисбалансы, они могут существовать там значительно дольше.